Всем привет. У меня со вчерашнего дня мигрень. Я уже съела много таблеток. Они мне не помогают. Это вообще ужасно, когда мигрень. Обычно, если сразу выпить кофе, когда только начинается, то тогда голова проходит. Но я вчера пила его раза три. Мне не помогло. Фаина как домовенок. Вся лохматая. Ну, Маша, да? Маша. Маша, да. Сегодня должен прийти заказ мой сезон. Надеюсь, что сегодня. Маленькая. Неделя уже идет, все никак не придет. Хоть маленько прогуляемся. Когда у меня в ТикТоке было 2000 подписчиков, я решила прикольнуться над мужем. Сделала одно видео. Я его состарила на фотках. Ну и историю там придумала. И у меня это видео залетело на 6 миллионов. Но мне его ТикТок заблокировал. Ну, я там сама накосячила с цифрами просто. Вот. Если я его найду, я сюда его залью. Переделать, правда, надо немного, чтобы и здесь не заблокировали. Пошли с Фаиной в Озон. Соберу посылку, зайдем в магазин. И домой. Я сегодня убиралась, пока Фаина спала. Прогенералила. Печку побелила. Страшная совсем стоит. Надо еще на раз пробелить потом. Просохнет. Ну, собачка. Накупили Фаинке одежду на лето. Мы накупили. В гости ездили, надарили нам. А в итоге ходим в одном и том же. Она же растет все равно. Жалко так. Ну, каждый день же тоже не будешь выряжаться. Тем более, мы в основном дома сидим. Собрали посылку. Показывать я не буду, что у меня там. Сейчас поедем в магазин. Такая мусолея здесь. Сделали года два назад. Она была очень старая и страшная. Ну, сейчас, в принципе, более-менее. Не сказать, что прям вау. Ну, хотя бы поаккуратнее. В другую сторону она еще дальше идет. Она вообще растянутая сильно. Фаина! Ходили в магазин, зашли, точнее, по пути. Взяли мороженое, жара такая. Мороженое захотелось. Инке тоже нравится мороженое. Правда, с ней в магазин ходить, это вообще проблематично. Она начинает орать. Ей нужно все открыть сразу. Она не понимает, что это нужно сначала купить. Взяла мороженое. Булочки с чесноком, сок ребенку. Ну, ничего такого больше не взяла. Денег нет, завтра придут деньги. Нужно будет ехать в светофор. У меня кончилась уже бытовая химия вот эта вся. Нужно все покупать. У нас каждый день стирка. Как она надоела уже. Еще нужно шторы везде снять, да перестирать, потом перегладить их. Кошмар, с Фаинкой это вообще неудобно. У меня 3 или 4 прошло, все опять в траве. Что-то мне уже так эта трава достала.
все в траве. Кошмар. Особенно березка, это она вообще бесит. Ее отрубишь, она вообще тогда разрастается. Еще пуще стоит. Не знаю, сегодня поливаться нет. Тучи какие-то. Вроде дождь обещают. Но его же может и не быть. Хозяйка. Траву не надо поливать. Так не успеваю выдергивать. Маленько прополола в конце огорода. Разобрала тут кучу, была жженая куча. Я вот так вот по бокам наложила, чтобы меньше травы росло. Вон там тоже. Надеюсь, что не будет проветриваться, пролазить. Вот эта куча мешается. Там тоже ту кучу тоже маленькая разобрала. И там в конце наложила. Ты мне сейчас дыры наделаешь там. Викторию поливай. Ягодку поливай. Ягодку поливай. Ягодку поливай, говорю. Самое время потанцевать. Хорошо, у нас вода бежит не холодная. Прохладная, но не холодная. Когда включаешь, вообще кипяток бежит. Сосед тут такой жука там, да, фаинки. Раньше в детстве, когда в деревне жили, постоянно они лазили. Навозные, то есть кто? Носорог. Не знаю, разные это или нет. Виды. Но мы его и так называли. По-моему, навозник он вообще черный. Все, мы зашли с улицы. Сейчас помоюсь. Фаинку уже помыла. И будем. Покушаем и спать. Еще время только 8 часов. Мама! Фаина!